Алла Колосова борется с онкологией. Историю бендерчанки мы рассказывали уже не раз. У мамы троих сыновей лимфома Ходжкина. Третья стадия. Срочно нужна дорогостоящая операция в Турции. Она стоит 90 тысяч долларов. Таких денег у семьи нет. Супруг Аллы Колосовой сейчас на заработках в Европе. Он дальнобойщик. Вышел с нами на связь во время рейса. Иногда вот едешь ночью, просто слезы наворачивают, ты не знаешь, как выйти из ситуации. Но слава Богу, что у нас есть добрые люди. И я верю, что они нам помогут. Я верю, что у нас все получится. Сбор мы начали буквально, можно сказать, там дней 10-12 назад. 10-12 дней назад. Это после того, как уже врач уже вызвал жену и сказал, что реально уже химия не помогает. Нам сказали: ребята, давайте думайте, потому что это не выход. Это не выход вас пичкать каждый раз этой химией. И чем быстрее вы найдете выход из этого положения, в какую-то клинику куда-нибудь поехать, то тем лучше для вас, потому что время сейчас идет против нас. Люди, помогите, пожалуйста, чем можете. Пожалуйста. Иван рассказал историю их семьи. С Аллой поженились 20 лет назад, воспитывают троих сыновей, двое из которых с инвалидностью. У младшего сегодня день рождения. Никита – фанат футбола. Для него поздравление от папы за тысячи километров. Никитка родился, наш третий сын. Кстати, сегодня у него день рождения. Папа его поздравляет издалека с днем рождения. Крепкого здоровья и терпения. Все у нас получится. У нас сложилась прекрасная семья. У нас дети прекрасные. Мы старались все для детей, работали, и на заработки ездили, и дома работали, и занимались и животноводством, так сказать, и дома хозяйство держали большое. Мы с ней такие два трудяги, произошла эта беда с нами. И вот мы думали, что мы избавились от этого, вот когда вот 2 года назад началась эта химиотерапия, все... Потихоньку мы уже думали, что с Божьей помощью все это прошло, но вот этот рецидив нас просто скосил. Алле Колосовой нужна пересадка костного мозга. Это шанс на жизнь. Уже собрали больше 30 тысяч долларов. Нужно еще 60. Помочь может каждый. Счета на экране. Есть и переводилка на имя Артема. Это старший сын Аллы и Ивана.